Город России. Национальный выбор. Еще один конкурс, в котором принимает участие столица Чувашии. В начале этого года в интернете стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России. Из всех крупных административных центров нашей Родины предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием. Город, способный стать национальным символом. Проголосовать за свой любимый город и повлиять на итоговый выбор можно на сайте городроссии.рф. Итоги голосования подведут 30 декабря этого года в 15:00 по московскому времени. Всего в конкурсе принимают участие 83 российских города. Кстати, сейчас столица Чувашии на 4-м месте. За Чебоксары уже проголосовало более 100 тысяч интернет-пользователей. Пока наш город опережает только Кострома, Магас и Владивосток.